Всем привет! Скорее всего, это не только новый день, но и новый влог. Иду вон там за мной с почты, с нашего отделения. Посылка от подписчика. Я думаю, кто наш постоянный зритель, тот догадывается, от какого подписчика. Но я сейчас поеду за мальчишками еще на тренировку. У них игра сегодня. Я их отвез. Съезжу, заберу, приедем домой и откроем. Я пока только вскрыл, чтобы посмотреть, потому что написано хрупкое. Ну, визуально, целое ли все внутри. Вроде коробочка там целая, а вот что внутри, уже посмотрим дома. Всем здравствуйте. Всем привет, я уже здоровался, вы можете поздороваться. Открыто, потому что хрупкое. Попросили проверить целостность. Ого! Тут подсмотрел. Насколько я понимаю, ого, из Грозного мог отправить только Илья. Конечно, Илья. Илья, спасибо большое. Ну что, пацаны, открываем, смотрим, что здесь. Такая красивая коробочка. Федя, тебе не интересно? Надо ножницы. Федя, иди сюда. Тут все это. Телефон там оставь. По-хозяйски. Пожалуйста. И ленточку сколько? А, тут узел. Тут все равно узел. Ну, капец. Мастер по открыванию подарков. Да. Папа, что там? Ты видишь, где-то проломалось немножко, пока шло. Почты. Так, это выкидываем, это выкидываем. Смотрим. Ого! Это тут не только сладости, ребят. Смотрите. Сейчас, куча сладостей. Давай, достану. Ух ты! Сейчас дойдем. О, календарь! Ух ты! Вечный календарь, да, как он там называется? Класс! Пацаны, поставите... Ой, класс, смотри, 6 марта, супер! Конверт? Так, стоп, два конверта. Это для Гоши и для Ярика, насколько я помню. О, есть еще, смотрите, шоколадки. Ничего себе! Тут куча конфет, батончики и два конвертика. Не знаю, кому какой, но мне написали в личку, чтобы Гоша и Ярик открыли. Не знаю, Федька. Может, про Соню и про Федю забыли, но думаю, сладкого так хватит это всем. Это именно день... Ничего себе, это... Обалдеть! Ребята, вы чего? Ну, я к этому был не готов. Я думал, так, открыточка. Сколько? Ребят, там денежный подарок. Я так понимаю, на день рождения, да, пацаны, вам? Не, ну, блин, Ильюха, ну зачем уже, ну это я, уже вот, так это... Вот этого бы достаточно хватило бы было. Выше крыши, вот этого хватило бы выше крыши даже, честно. Ну, аж неудобно мне пацаны, как-то. Ну, что могла сказать, я думаю. Спасибо большое. Большое спасибо, огромное, да, огромное спасибо. Как бы, теперь наша задача, будем в Гродном, обязательно с ним встретиться и сняться. Ну, вы уже смотрите. Но календарь вообще крутой, конечно, да. Я такие вещи обожаю. Подарок вообще огонь, просто супер. Крутой. Вообще. Это лишнее. Сегодня какое два... От подарков не отказывается, но как бы, да, так, может, не надо было бы. Тут еще вот две вот. Спасибо. Ну, это дело как бы каждого человека, да, но просто конечно. Что это. Есть возможность, как говорится, но мы, честно скажу, удивлены, шокированы. Тут без ложной скромности. Там по $1000 каждому, да. Ребята. Меньше не хватит. Спасибо, Илья. Спасибо большое. Все, Федор уже конфет себе набирает. Делите, чего вы? Так, ребятушки, сегодня снимаем последний видосик в этом году. Федор Сергеевич тут решил превратиться в чушпана какого-то. Можно реально ты таким будешь? Конечно, нет, нельзя. Ну как может быть заучкин таким с баблом и с деньгами? Ты колготки свои убрал? Короче, Марья Ивановна на месте. Где-то у нас еще этот, как его, Вова Адидас задерживается. Вот он пришел. Все, все на месте. Тебя обгони, чушпан. Чушпан Хаматова. Короче, деньги оставьте, обгони. Короче, снимаем последний видосик в этом году. Это Сонина линейка. Выехали тут в город с папой и Соней. Поснимать вам наш этот... Колесо обозрения, как в Дубае прямо. На Марине. Короче, у нас вот такая вот красота. Это, наверное, у нас улица самая Ленина, улица. С площадью Ленина, где стоит главная елка города. Страны. Главная елка страны. Мы тут хихихаха. Главная елка страны в Минске там где-то будет стоять. А это главная елка города. Вот сейчас будем проезжать, и мама вам снимет. Вон там шлево. Ой, тут у нас красиво, я хочу вам сказать. Ой, мы даже не видели. А тут даже звук есть.
послушать. Песни всякие. Надо будет потом малых взять и сюда приехать. Это ж их дождь. От телефонов не отодрать. Они как прилипли. Ну что, красиво. Ты, папа, только не смотри сюда, а смотри на дорогу. Вот, видите, как у нас тут. Ой, вообще красота. И там каток вот около елки. Ой, я уже не смотрела. Не видела, не приблизила. Ну еще там вот улица украшена будет, вот Ленина. Она вся. Так, чтобы она работает. Цвет храпунала, что не работает. Вот, сейчас на красный станет. И он может уже снять даже право. Какая вот красотишка. Да? Сама. Со стремянки? С табуретки? Это налетала, как Дед, летала, как Дед Мороз. Чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Показывай, Федюня, какую мы игру купили, ребята. Смотрите. Вообще, видите, тут надо, в общем, на баланс такая игра. Собрать. Опа! Вообще очень прикольно. Ну как, это... Да, это открыточка шла. Вообще нелегко, скажем так. Потому что площадь опоры везде разная. О, молодец. 4, видишь, собрал. Такие красивенькие деревяшки. Короче, мы зашли в магазин ручной работы и купили такую себе и на подарок. Кому подарок? Короче, ой, ай-яй-яй-яй-яй. Еще у нас перегорела лампочка, и мы поехали, заменили ее. Бесплатно, по гарантии. О, молодец, а ты так поставил, что никто... Ай! Прикольно. Короче, смотрите, да, кажется, это ерунда, зато сколько... Интересно. Интересно, да. Вот такие вот грани. А! Снимаю! Папа кричит, сними на влог. А я как раз снимаю. Ну да, потому что ты выбрал маленькую опору. Тут видишь разные. Если вот такие вот побольше. Оп. Я придумала, какую ставить. Вот на такую. О-о-о. Здорово. Ребят, смотрите. 6 камней стоит. Мама пытается 7-й поставить. Рекорд 6, да. Вот 7-й. Мама идет на рекорд. На полу найди грань, чтобы ровненько было. Ой, мама, подожди, ты восьмой. Ва! 7! Новый рекорд! Чего? Пусть Федор попробует тоже. Yes, 7 это. Ай, почти! Ну ничего, все впереди. Давайте, пытайтесь дальше. Ну это круто, да. Я пробовал. Что? А, нет, все, мне кажется, вряд ли, если в две, то может быть. Но, если честно, не так легко и просто, как кажется. Феденька, какое сегодня число? 29. А вот и не угадал. Сегодня 30 декабря, ага. Нового года осталось сегодня и 31. Да, мы едем, собрались ехать на дачу, отвезти туда кое-что и забрать подсвечники. Забыли ключи от дачи, возвращаемся назад. Да, но мы до дачи не доехали. Мы конечно, вовремя отъехали от дома и вспомнили, да. А вот, Федюня злой, потому что телефон не берет с собой. Не разрешаем. Да. А еще перед дачей нам надо заехать на почту, у нас там что-то пришло. Что, очередной подарок от подписчиков? Нет, это Алекс. Илья, еще раз спасибо. Илья, чтобы больше такого не повторялось. Да. Такого, как, ну ты понял, какого остальное можно этого... Ну-ну-ну. Денег не надо, конфеты, это круто. Вот, не ставь нас в неловкое положение. Да, Федюня? Да. Какие планы на сегодня? Сегодня еще надо, ну, когда утихнет ажиотаж когда в магазинах. Утихнет, не утихнет, просто надо пойти в наш около дома. Ну, там будет морода явно поменьше. Селедки на шубу нету, остальное все, наверное. И там напитков купить, сока купить на стол, чтобы было. Да, остальное хлеба, большего есть. Чтобы уже завтра никуда вообще не бегать. Молока у нас хватит, наверное, не? Ну и купим еще, потому что я сегодня малым какао делала. А, да, все, там, значит, купим молока, хлеба и вот такое вот. И будем потихонечку делать что-нибудь. Может, сегодня сделаю тирамису, сделаю шубу, может, сегодня. Ну, в общем, посмотрим. А что еще в планах в меню? Оливье есть? Оливье есть. О, боже. Федору походные бутеры надо. Да, еще колбасы купить тогда.
для оливьешечки. Майонеза у нас хватает там вроде, да? Ну. Или все равно докупать надо будет? Не, наверное, не надо. Я еще сегодня, знаешь, что сделала? Назад засунула, хотела делать детям наггетсы, потом решила, что нам надо доесть тушенку и сосиски, и засунула в морозилку. Хотел наггетсы. Тушенка, она ж может дольше стоять. Прям вообще, когда... Ну, вообще-то мне лень, мне лень готовить. Вот и все. Так и скажи. Так и говорю. У нас тут все у соседей украшено красивенько. Ну, у многих, да. Сейчас там по нашей линии-то вообще. Тут если у двоих, наверное, да, у нас там побольше, у четверых может, да. Так, это... На грузовике объезжать приходится. Ну, идет по дороге. Рядом тротуар, по дороге что-то еще не болтает. Тебя проклинает, наверное. Так, здрасте, до свидания. Короче, вот, видите, как у нас тут красивенько у соседей. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Да, папа бежит за ключами. Ну, мы прибыли домой, у нас идет уже подготовка. О, ты не снимала, какой у нас сейчас праздничный обед. У нас сейчас был такой праздничный обед, ролтон с сосиской. Первое и второе в одном флаконе. Что-то нам так захотелось. Да, лень готовить. Лень готовить? Потому что сейчас еще готовить и готовить. Надо было макароны сварить, они только место занимают. Короче, всем было очень вкусно. Дети у нас любят, я тоже люблю ролтон. Да все любят у нас. Да, нормально. Иногда можно. Сейчас вот папа тут меня попросила, я его орешки почистить. Очень сильно попросила. Очень сильно попросила, да, изюм. Это на салат. Тут у нас для тирамису я испекла, но думаю, что мне не хватит, как-то мало получилось. Савоярди, амаретто, это все для тирамису и тазик кофе, как папа сказал. Вот сюда мы будем добавлять амаретто, когда оно охладится, и будет это... кофе, в который обмакиваются савоярды, да? Компотик, и на салаты варятся овощи. А тебе все орешки эти дубасят? Ты знаешь, ну, полмисочки, если на этого, аж нормально тут будет. Тут не хватит. Сколько? Вот тархуна стоит. Байкал мама сказала не брать. Хватит тархуна и... Мне Байкал вообще невкусный, мне больше всех нравится тархун, да? Мне Байкал какой-то такой... А мне Дюфес. Дюфес? Хорошо, и Федор вон. Я в детстве обожал тархун, конечно. Да, ну вот, а как-то Байкал у меня какой-то, я не знаю, с привкусом. Что, воняет? С привкусом. Короче, ладно, начинаем работать. Ребята, это шедевр. Тирамису в миске. И вот украшение сверху. Какао, да, ты так получается делаешь? Да, это какао, да, я хочу, чтобы через салфетку оно узором просыпалось. Сейчас посмотрим, может, он все сплошняком будет? Все равно. Ну-ка, тыги-дык. Аккуратно, в сторону, скорей. Прилипло. Ну, ты знаешь, нормально. Вот тут вот чуть-чуть вот с краю немножко пересыпалось. А так вообще, ну, что, прикольно. Надо было просто дать мне, я бы придерживал бы. Ну, можешь. Все, по центру печеньку положили и все. Зато можно попробовать. На, кушай. Будет очень вкусно.